Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как записаться на прием в МФЦ через сайт онлайн. Для этого заходим в браузер. В Яндексе в поисковой строке пишем МФЦ. Заходим на сайт МФЦ. Здесь нажимаем «Личный кабинет». Авторизироваться через портал госуслуг. Авторизация прошла, теперь нажимаем «Предварительная запись». Выбираем отделение МФЦ. И та услуга, которая вам нужна. К примеру, прием документов по прочим услугам. Здесь будет календарь. И на какое число можно записаться. К примеру, вот 18 апреля ближайшее. Выбираем время. Ну, 9 часов. Нажимаем галочку «Даю согласие на обработку своих персональных данных». Записаться. Сейчас придет код. Вводим код, нажимаем кнопку «Подтвердить». Все, запись завершена.